Привитос, амигос, продолжаю свой поход по игре Фури, чтобы все мы смогли посмотреть, каких еще боссов придумал этот псих-разработчик. Каждый босс сильнее предыдущего в геометрической прогрессии, то бишь в разы. Не то чтобы в два, но мне так показалось, по крайней мере, что этот старый козел был намного круче, чем лампочка вот эта на колесе, ну, примерно раза в три. Но я и сдох раза в три больше на нем. Боюсь... Сыкую представить, что там будет дальше. Снова эта мощнейшая заставочка. Я бы себе такой светильник заказал. Так. О боже. Следующий босс. Кто, Бугермен, что ли? Почему мы в канализации? Король Параши, наверное. Такое чувство, что я, блядь, из Шоушенка сбегаю, а не из космической тюрьмы. Take a good look, my friend. Years of evolution, culture, civilization. Мне кажется, что последним боссом будет кролик. Не знаю почему, но у меня такое чувство. Wiped out in one single impact. One. Так, слава богу, снова включился автопилот, потому что вообще ни хера не понимаю, как там можно ходить с таким видом. Да, в комментах меня спрашивают, смотрел ли я Афросамурая. Нет, я видел минут пять этого мульта, этой анимешечки, и понял, что оно не мое. Мне нравится Гетто, мне нравится Южный парк, мне не нравится тупое аниме, где нигеров не называют нигерами, там это не смешно. Какое рваное повествование он ведет. Он не может прямым текстом рассказывать. Он, блядь, три слова говорит и молчит многозначительно минут пять. Sure, I could have stopped, rolled up in a ball and cried for the rest of my days. And left you frying on your rock. But I didn't. Введите гражданина босс, пожалуйста, уже. But we have one thing in common, you and I. We have nothing to lose. For every day we are locked away up here, we have nothing. We've lost. One thing about Fishface up there. You know, he got... Рыбья морда. Он как бы заражен. Не думаю, что у него есть что сказать. Может быть, он уже разучился разговаривать. Рыбья морда. На его бред не обращай внимания. Блять. Обращать внимание на их бред — это последнее, на что у меня есть время в этой игре. Самое сложное в ней — это успевать чесаться, там, если у вас там, ну не знаю, яйца надо почухать срочно, или там комар вас куда-нибудь цапнет. Просто там что-нибудь зачешется. Просто от этого босса не оторваться вообще. Я уж молчу про то, что кошкам двери открыть, когда они там скребутся или орут. Чаек прихлебывать в этой игре — вообще unreal. То есть максимальное сосредоточение. Боевая медитация. Так, болотная мина всплыла, да? Что это такое? О. А что-то их немножечко больше, чем меня в 6 раз. Ага. Он, сука, будет размножаться, и надо будет понимать, распознавать, кто из них настоящий, да? То есть, я вот так понимаю. Сколько кубов? Блядь, дохуя, 6. Ой, блядь. Да, не все, что зеленое, не все здоровье. Занырни-ка ты.
блядь. Ага, эти... Они еще и следами дамаг наносят. Вот это вообще внезапно. Так. Первая фаза, я так понимаю, с каждым боссом пистолетная. То есть тут чередование идет. Немного пистолетом, немного пиздюлями. А вот теперь на саблях. Блять, однохуйственно, между прочим, вот эти вот их замахи. Они вот у всех одинаковые. Мне кажется, это не единственное, что не совпадает. Блять. Другой вопрос, что все быстрее и быстрее это происходит. Опа! Нашла коса на камень. Ну что ж, еще 5 фаз. Так, ты обрек меня на что, я тебя там обрек? Ой, блядь. Нихуя себе. Казалось бы, сейчас попадет, но нет. Не попадает. Из-за того, что он какой-то рисунок делает непонятный, вообще невозможно предугадать. Блять, а сейчас чё? Ого. Магические красотища какая, ёпта. Блять. Раза не попал. Блять. Блять. Дай время среагировать. Дамаг он наносит конский просто, я вам скажу. Блять, по две палочки сносит сразу. Блять, вот сука. Уебанок, блять. Вот показалось же, что он сейчас бить начнет, а он опять-то хуйню свою крутит. Так, ну это говно мы уже знаем. Это сейчас мы быстренько. Блять. То 3 удара делает, то 2. Ох, эти рваные тайминги. Со времен сэра Алона их ненавижу. Блять, он, конечно, очень косо он накидывает. Давай, мерзотный ты человек. Где ж твой третий удар-то, блять, вот он. Блять. Вот Блидоферсон, а. Мне кажется, что слишком уж быстро он это делает все. Просто невозможно успеть иной раз. Не иной раз даже невозможно успеть нажать на перемещение это гребаное, как он быстро кастует. Блять, мне сейчас нахуй не надо парирование лечиться, потому что я здоров. Ну, волны всякие вот эти вот, да-да-да, это. Блять. Петухиньте, а. Че, его невозможно бить, что ли, в этот момент? Ну, почти. Пиздец. По 2 удара стал делать. Бил же по одному. Ой. Осечка вышла, да? Да, ублюдок.
Мамку его кочерюжил, бля. Блять, я даже нихуя не успеваю увидеть из этих размывчатых. Вообще пиздец. Реакция просто льва. А тут-то что такое? Это, блядь, атака была? И как ее избегать? Пиздец. Ну ебаный в рот, ну хули за хуйня-то, ёб пиздец. Ну и залупа, блядь. Че полное говно. Тут даже, блядь, дело не в таймингах конченых. А в самом боссе конченом. Бля, вот эта вот красочная контратака, она на самом деле, по-моему, урона ни хрена не больше, чем простые удары сносит. Может, самую малость, вообще чуточку больше, но, бля. В основном порожняк. Блять, вот эти его атаки из-под воды, походу, они созданы для того, чтобы на них лечиться. Потому что вот сейчас будет просто полная хуйня. Пиздец. Куда, чего, блять? Ну вот что я должен был делать сейчас? Успел. Понятно, там самой атаки как таковой не избежать. Блять. Да ебись, провались! Че за лупа? Все, пизда. Нет, еще нокдаун. Просто хуета. А теперь сразу почему-то сработало. Каким хуем? Они ее просчитывают. Блять. Сейчас хорошо. А жизни даже меньше целого квадратика восстановили за такое идеальное парирование. Приходится просто бросать геймпад на ноги и на нем стики, блядь, ладонями колупать. Пальцами просто не успеть. Столько натыкать. Блядь. Это мышь ебаная. Хорошо начал. Круха тут же кончилась. Надо не уворачиваться, надо не давать ему бить эту хуйню. Блять, просто пиздец, не успеть. Ебанутость какая. Так. Давай богом обосранная фаза боя. Такое чувство, что если надо по наглости его просто подходить и пиздить.
после этих его, блядь. Он как бы... Он как бы уязвим остается. Блядь. Особенно он был бы уязвим, если бы не эти ебаные следы остаточные, если бы они непредсказуемым образом не прилетали сзади. Было бы вообще заебись. Что-то я нажал. Хуета, блядь. Слишком много жизни потратил на попытку как можно быстрее пройти фазу перестрелки, блядь. Она тут, в принципе, не особо сложная, но, блядь, долгая, пиздец. Блядь. Два удара, три удара. Бля, попал. Смотри, говно ссаное, а. А у этого босса, кроме как парирования, вообще хуй по... хер полечится. Причем третий раз вообще нереально. Один постоянно. Ой, я тебя лысого, ублюдок. Так, вот она. Пидорас. Говно. Блять, какое говно, а? Мало-мало здоровья, не хватит. Давай уже. Рыбья морда, блядь. Ну, морда как раз Ихтиандра. В смысле, у него морда как этого? Большой папочка из Биошока. Блядь. Вот она, внезапная вторая атака. Два раза это сделать. Мудила. Я думал, он сейчас меня за ногу схватит, вроде нет. Не так, не это разве по расписанию? Тебе, ублюдок. Блять. Ну, блядь, Дина, ну почему это говно, блядь, сносит две жизни? Сразу две, блядь, не одну. Сразу две, блядь. Как так-то, нахуя? Зачем так много-то? О, парировало. Как, блядь, что я сделал? Тайминг второго удара это просто пиздец. Блять.
Мне кажется, у меня герой уже разозлился, просто начал укритовать сам. Пипец, сейчас тоже накритовал, как, блин? Давай, о, здоровье побольше. Нихуя, ну тебе поможет. Сука, конченый. Много текста. О, дальше прошли, смотри-ка. Ну это пиздец, что сейчас будет, наверное. Не, опять рисуночки. У которых вообще мало шансов так попасть, по-моему. Опа, тройное. Вот это я вообще приармянился к его таймингам, походу. Да не, везуха чистой воды. Он там, он четвертый удар пытался втащить. Четыре удара, это вообще перебор. Как я говорил, пойди угадай, кто настоящий. А после попадания у меня что-то все плавать начинает. Они, там не было настоящих. Бля, вот за такое парирование, нет бы мне здоровья, блять, накидывали. Они ни дамага не дают, ничего. Ну давай, ублюдок. Блять, все, пошло смежное. Слитные тайминги, это все. Шура, это все. Блять. Ну вот только вот этими, блять, критовалками спасаюсь каким-то хреном. Давай, 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 запизделся. Да, 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 да. Сука, два. Два куба осталось. Это не хилки ли летают? Да, хуи хилки это, блядь. Они даже не уничтожают. Я два из четырех парировал, от двух увернулся, как я понял. Но тоже неплохо. Блять, вот это говно стрёмное вообще. Пиздец. Спасибо, что хоть по очереди, а не все разом. Решил благодарить. Пиздец. Бля, мне бы похиляться чем-нибудь. Бля, похилялся пиздюлями. Лечение пиздюлями. Это. Блять, откуда-то взялись эти парирования, бля, охуенные. Урон 559. А сколько я урона получил за игру, или что это показывает?
Блять, пиздец, все-таки нахуячил меня. Вот нету захвата цели, главный герой просто косой, блять. Куда машет, че хуярит, блять. Сейчас даже до стадии, блядь, рукопашного боя не дойду. Ну да. Просто, блядь, на... как он расплодился, то так пиздец нахуй начинается. Все говно это, блядь, канон один. Да, мало же, еще насри, блядь, спам, хули-то. Ну, псайбот, сука, ебливый. Давай расплодись теперь по всей карте. Блять, в прошлый раз они шарики пускали, нет? Шарики-то попроще было, чем вот эта хуйня. Пиздец. Пиздец. Надо, короче, убивать этого босса и молиться на шарики, чтобы шарики пускали. Ну и хули у меня жизни, блядь, на один удар. Пиздец. Ебанутость, блядь. Ну давай, ублюдок, мать твою, покажи, что можешь. Ай, блядь. Вот нахрен начинать с этого боя, если парирования нужны для лечения. Я и так полностью здоров и в лечении не нуждаюсь. Блядь, а вот это... Это печалит. Главное, зачем-то он перемещается и пускает еще волну с другой стороны. Эх, муха. Я вот не замечаю перехода вот от фазы... Пускание волн в фазе, блядь, внезапных атак. Зачем он плывет за мной? Что он хотел сделать? Сомневаюсь, что что-то хорошее. Опачки! Давай, Ихтиандр, соберись. Соберись, тряпка, блядь. Давай. Хули ему-то собираться, он и так побеждает. Ну, сука, свинья. Три волны — это зло. Блять. Теперь две атаки стало. Вот давай по одной. О, вообще хорошо зашла. Вот только атаку просрал. Блять. Вот это задолбало. Блять, ну с такой дистанции пускать свои волны вообще нахуй нелегально, я считаю. Блять, пидорас, ну заебал. Ну он бы хоть пригибался по-разному, блять. А вот хуй знает, бить он сейчас будет или говно это пускать, блять, педрила ебаная. Пиздец, какое говно. Вторую атаку я ему не дал сделать уже. Ну, камон, бич. Блять, не дохуя он?
Летает, а? Летчик. Так, батины блоки зашли. Давай, давай, давай. Выкуси, тварь. Вот сейчас двойная будет. Нет, не будет. Вообще, говорю, тайминги вот, блядь, конченые. Вообще не засечь их вообще никаким образом. Бля, ему один удар оставался. Блядь. Где? Где атака-то, блядь? Я уворачиваюсь, атакую, но главный герой просто не попадает в него. Наверстали немножко, сука, контузило, опять нихуя не вижу. Блять, двойной. Спасибо, что хоть атаковать дает. Да, по лежачему нанес урон. Так, ну вот на этой стадии я уже окончательно засыпался. По-моему, на рукопашную. Когда на рукопашку переходит. Не, он еще не расклонировался даже. Вот когда он расклонироваться начнет, тогда вот самая жесть начинает. Без всякой рукопашки. Блять, пидорас, нихуя такая комбо. Пумба ебаный. А, они мне урон засчитывали. От своих атак в упор. Ну заебал, чё этот прыжок-то, блять, не работает? Бить-то я его не могу, потому что он стоит, сука, за этой линией. У этой линии. Полечиться вообще нет, варика. Вот мое единственное лечение, блядь. Что я от него выиграл? Блядь, вот она, конченная стадия. Нет бы лечения давали за удачное парирование. Но нет. На 2 сантиметра больше дамага. Да-да-да-да-да, завалил. Вот этого мы еще не видели. Что ты будешь, что ты еще умеешь? А, видели это говно, нет? И он разный каждый раз пускает. Ёб твою мать. В случае подобного парирования в бою с дедом, вообще-то шарики летать переставали. Тут, видимо, похеру. Блять, токсичная мразь. О! Вот она. Дискотека. Дискотека века.
Давай, давай, давай. Блять, справился, справился. Отлично. Пока могём. Сколько, блять, у него жизни еще осталось? Блять. Просто в первый тайминг не попадаешь, в остальные вообще не попадешь. Лечи меня полностью, ублюдок. Нет. Я просто моргнул в этот момент. Просто нахуй хуйня какая-то, блядь. Невозможно, блядь, с этим нахуй смириться. Тайминги просто конченые. Просто вообще, блядь, такие рваные они, блядь. Непонятно, на какой раз он будет тройную атаку делать, на какой двойную. И хилками боссы окончательно перестали стрелять, то есть. Хочешь хиляться, парируй, заебись. Вот я говорил, провариваешь в тайминг первого удара, все уже. Не попадешь в тайминг вообще. А, теперь они вот этим говном будут пулять. Попадает, блядь. Да все, пизда мне уже, я уже не справлюсь. Жизни нету. На рукопашку не хватит. Пиздец нас, пиздец, блядь. Вот иногда он два удара делает, иногда он просто спамит, гондон вонючий. Вот видите, один удар сейчас сделал, почему, блядь, один? А захотелось так. Как будто там, блядь, тоже человек сидит, играет, хитро выебанный. Вот, вот сейчас я, блядь, был готов. Если бы на этой стадии задержаться, вот, блядь, на подольше... А не начинать бой с самого начала. К ней можно было бы привыкнуть, а так, блядь, слишком дохуя стадии, просто все не запомнить. Шарики, уи! Попади, блядь, ублюдок, попади. Один раз парировал, вау. Ура. Опа! Внезапная! Судья внезапная, блять. Ой, вообще пиздец. Надо первый удар пропускать, а второй парировать, тогда сразу крит, походу, да? Говно ссаное, блядь. Знаешь, что мы делаем с наёбщиками, Ларри? Мы этих хуй отрежем. Блядь. Да, последняя стадия. Ёб твою мать. Всё, нахуй. Мне дали одну жизнь новую. Я тебя разделаю. Я мамку твою делаю. Давай, давай, давай. Чё ты у нас-то? Опа! Бля, опять шарики ёбаный. Какаду, бля. Теперь их, сука, трое стало. Ну, пока все идет.
Так я, блядь, урон-то не наношу. Блядь, что происходит? Пиздец. Как мне спасаться-то? Кого мне стрелять? Ну это, блядь, полная хуйня, я вам скажу. А это, блядь, полная, наиполнейшая, блядь, хуйня, блядь. Вообще просто. Все поле, блядь, засрали нахуй, уворачивайся, заебись. Просто, блядь, гениально. Я ебал, блядь, разработчика. Такое говно, блядь. Я вот, блядь, ожидал всего, но только не такого дерьма, блядь. Такое ощущение, что надо просто время какое-то продержаться, потому что, ну, бесполезно по нему стрелять. Ну, вот эти шарики-то, блядь, они что-то заебали. Пиздец. Чушь, блядь. Просто чушь кончена. Просто, блядь, пиздец. Сука, разработчик кончалыга ебаная. Блядь, ебануться. Ну, пидорас, блядь. Так, я дошел вообще без фейлов до этого момента. Но сейчас чувствую, будет опять пизда. Ой, один раз в него попал. Смотрите, у него жизни-то не кончаются. Вон они. Он, по сути, он бессмертный. Так, это пока все семечки. Если бы хотя бы вот двойников можно было убить, которые вот, блядь, по краям вот эту хуйню пускают. Но нет, блядь, нихуя. Так, шарики-то, блядь, закончатся эти, может, кто-нибудь? Вот, кончились шарики, остались одни волны. Блядь, перебор. Перебор. Так. Так. Блять, ну это пиздец начинается. Это инфернальное жопоразрывание, блин. Ура, блять, я пережил это говно. Изнасилование позади, блять. Теперь нахуй надо ему пизды вставить. Все, отпиздрячен. Ха. Не, последняя стадия, конечно, бля, вообще. Она просто панику вызывает поначалу, но потом все нормально. Фаталити, ебало разрубалити. Озябни, тварь. Ой. Will we share his fate, or will life take an unexpected turn? Пиздец. Hope comes from the strangest places. Да, игра бьет по нервам, бля, вообще просто. Ой, бля. I thought about it for so long. Destruction of the world on one hand, but on the other, what about my world? Why should their world be more valuable than mine? Снова, блядь, речь сумасшедшего. I made my decision. I will free myself. Да ты негр, вас уже давно освободили, что ты переживаешь? Я, кстати, тоже негр. Whatever the cost. Вот так негры рвались к свободе, типа. Там наверху что, шлем черного рыцаря изображен, мне кажется. Давайте посмотрим, что там на следующем уровне будет, как, какая красота. Вот она, пустыня. Но следующий, значит, будет какой-то пустынный хрен. Ладно, в следующей серии увидим. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Пойду, блядь, успокоительного бахну, что ли. Грамм 200.